Мне кажется, мы делаем успехи на этих встречах. Вы сказали, что вас перестали мучить воспоминания. Налицо явное улучшение, но меня все еще беспокоит, что вы запираетесь дома. Важно постепенно делать шаги в мир за его пределами. Ходите на прогулки. Найдите себе какое-нибудь увлечение. Девушка вашего возраста должна исследовать новые горизонты. Очень надеюсь, что вы бережете себя. Для многих людей подобные травмы становятся моральной ловушкой. Они застревают в ней, будто судно во льду. Но бывают другие виды людей. Знаете, что с ними бывает? Мисс Крофт? Мы становимся теми, кем нам суждено быть.